Сейчас закроем свечки. Хотите распаковку подарков? Пишите в комментариях. А мы будем праздновать? Конечно, это только от тебя будет зависеть, как мы будем праздновать и где мы будем праздновать. Готова? Да. А для начала тебе предстоит выбор. Выбрать, ты сейчас будешь дома или пойдешь на тренировку? Нет, вот это возьму. На тренировку пойду! Круто! Я и хотела пойти на тренировку! Снежана, мы идем праздновать день рождения? Да! Снежана, потренировалась? Да! Теперь выбирай, куда мы будем идти. Может, сюда? Нет, давай вот сюда. Да? Ты можешь решить.
Есть, мы справились. Оставляем именинницу.
Давай, кусай. Боже, какая прелесть.